активность как раз-таки может быть рекордная. По крайней мере, вот те компании, с которыми я общался, у них очень большие планы. «22 апреля в Москве состоялся традиционный 11-й российский M&A-конгресс, который собрал более 100 участников. Организаторы конференции компания «Преквика» отмечают, что из-за пандемических ограничений конгресс пришлось перенести с ноября прошлого года на апрель текущего, и это несло за собой определенные риски по организации мероприятия. Перед нами стал вопрос, в каком формате проводить эту конференцию, там, гибридным или полностью онлайн. Мы вот взяли риски на себя, приняли решение провести ее полностью вживую. И мы видим сейчас, что, как сказать, рынок воспринял, собралось большое представительное количество людей и просто звездный состав в этом году спикеров. Звездный состав спикеров – это заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов, представители реального сектора российской экономики, а также главы M&A крупнейших российских и мировых компаний, таких как Visa, KFC Holding, Яндекс, Мегафон. В своих выступлениях они акцентировали свое внимание на самых актуальных вопросах, обсудили главные тренды и сделки сегодняшнего рынка M&A в России и СНГ, налоговые аспекты сделок M&A и реорганизаций, M&A в секторе высоких технологий. Я с радостью прихожу все время на конгресс по M&A, уже не первый раз, потому что это безумно интересно. Это информация, которая из первых рук и от отраслевиков, и от юристов, и от консультантов по глобальным сделкам, и от международных компаний. И это то, что нужно и нам, регуляторам, для того, чтобы понимать, как ситуация развивается, держать руку на пульсе и ничего не упустить и не забыть. Завершился конгресс церемонией награждения лучших команд рынка M&A Russia M&A Awards 2021. Победителями стали Baker McKenzie, Solomons, Advance Capital, KPMG, Российский фонд прямых инвестиций, Tugis, Target Process и другие.